В Национальном театре Тувы в торжественной обстановке прошло праздничное мероприятие, посвященное 20-летию Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Торжественный вечер открыл глава Тувы Шалбан Караул. Дорогие боевые друзья, дорогие наши дети, дорогие наши родители, сегодня действительно особенный день, праздник нашей республики, потому что мы с вами отмечаем юбилей нашей организации, которую мы создавали. Я вот сейчас, зайдя сюда, видя каждого из вас, вспоминаю, как все это начиналось. Также на вечере юбилейными медалями организации были награждены матери воинов, а также ветераны Великой Отечественной войны. Это Георгий Абросимов, Иван Никитюк и Борис Подгорный. Юбилейный вечер завершился праздничным концертом. Напомним, Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» создана на объединительном съезде 26 декабря 1997 года людьми, которых связывает общая военная судьба, боевое прошлое и настоящее.